В Музее истории Казанского федерального университета прошла торжественная церемония вручения дипломов кандидатам и докторам наук. В мероприятии принял участие первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. От лица Казанского федерального университета он поздравил присутствующих с присуждением ученой степени. Мы будем очень рады видеть вас в этом зале для следующей церемонии вручения дипломов следующей градации. Ну а тем, кто уже получает диплом доктора наук, ну, наверное, уже большой-большой премии, которая тоже в Казанском университете есть традиция научной премии вручать. Дипломы доктора и кандидата наук были вручены 36 соискателям, представляющих не только Казанский федеральный университет, но и другие научно-образовательные, коммерческие организации Татарстана, а также иных регионов России. Свою ученую степень получила и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Я получила диплом кандидата педагогических наук. Уже много лет, с 1996 года я не перестаю преподавать. И получаю от этого искреннее удовольствие. И кроме того, результаты тех исследований, которые легли в основу работы, они как раз мне очень важны в рамках организации той работы, которую я веду в кабинете министров Республики Татарстан. Возникла идея написать работу, раскрыть алгоритмы, каким образом сформировать в вузах инновационную экосистему, и этому была посвящена работа. Ну а после того, как работа была оформлена, соответственно, выбор пал на Казанский федеральный университет, потому что я знал, что здесь очень сильные диссертационные советы, очень сильные научные школы. Напомним, что Казанский федеральный университет входит в перечень научных организаций и вузов, которым предоставляется право самостоятельно создавать на своей базе диссертационные советы и присуждать ученые степени доктора и кандидата наук. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.